трехэтажном магазине будет размещена самая большая коллекция брендированных товаров. Нью-йоркские фанаты Гарри Поттера ликуют. Летом 2020 года в городе откроется фирменный магазин, где будет продаваться всевозможная продукция, связанная с миром Гарри Поттера. Warner Bros. Объявила, что магазин будет охватывать 3 этажа и более 1800 квадратных метров. Он откроется рядом со знаменитым небоскребом Flatiron Building на Бродвее 935. Это будет самый большой специализированный магазин Гарри Поттера в мире. Он станет обязательным местом для посещения поклонниками. В нем будет много интерактива и интересные зоны для фотографий, говорят учредители. В магазине будет собрана самая большая коллекция продуктов Гарри Поттера и фантастических тварей, мантии, угощения, волшебные палочки эксклюзивного дизайна и многое другое. В прошлом году в Кингстоне, штат Пенсильвания, открылось тематическое кафе в стиле Гарри Поттера, которое называется Стимихилос. В описании заведения говорится, что это колдовская готическая кофейня, где подают вкусные кофейные и чайные зелья и домашние печенья. Также в кофейне можно найти классический напиток вселенной Гарри Поттера – сливочное пиво.